так званая промысловая культура на предприятиях потребуется постоянно. У речах это безопасная работа, свободные проходы, правильное складирование деталей. За этим сочит майстер. Что тычется работников, то после завершения смены они должны убрать свое рабочее место и территорию коля его. Основная продукция Гомельского завода станочных вузлов – станки, которые главным чином накируются на экспорт. На отсутность заказов на предприятии не скардится, а значит, у завода есть перспективы. Хоть только вытворчими питаниями тут не обмежуется. Каждый четверг несколько годин отводится на наведение парадку на территории. Не то, как за частиной тут не сочили, але неде ветер галины зломая, неде осинское листье опаде. Непосредственно рабочих у этого мероприятия не задейничают. Добропорадкованием занимаются инженерно-техничные работники. Завтра все собранное смети вывезут на полигон. Не только территория самого завода, но и прилегающая территория, а также территория общежития. Большинство наших работников – жители этого микрорайона. И мы сами хотим, чтобы у нас было чисто, красиво, самим приятно. У акционерном товариществе «Гомсельмаш» чистые четверги уже стали традицией. Завод побудовали в 30-х годах минулого стагодия. Землю тогда не вельми экономили. Зато и теперь потребовать тут постоянный парадок – задача совсем непростая. Специализованному цеху добропорадкования на допомогу приходят работники разных служб. Выключение робится только для представников рабочих профессий. Причем одним агульнозаводским днем наведения парадку вырешили не обмежевываться. Имеется приказ, который мы обязываем все структурные подразделения следить за своей территорией ежедневно. Если какие-то есть вопросы, то работники, не дожидаясь команды извне, сами выходят на территорию и убирают ее. Чистые четверги на Гомельщине проходят под эгидой профсоюзных организаций. Зараз эта идея подтримливается на переважной большинстве предприемств. Выключение складают у основном организации, где профсоюзные комитеты пока не створены. Але областным объединением профсоюзов эту ситуацию обещают взять на контроль. Конечно, этой традиции у них пока нет. Мы пытаемся ее, так сказать, распространить и на вновь созданные первичные профсоюзные организации. Потому что мы представляем себе, что, понимаете, когда человек приходит на рабочее место, и там чисто, на рабочем месте, и на территории чисто. А ведь это тоже охрана труда и техника безопасности. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».